Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите StopGame.ru. Полгода назад мы рассказывали вам про все особенности PlayStation Plus и как-то абсолютно незаслуженно обошли стороной Xbox Live Gold. Неправильно это, игнорировать одно из самых популярных сообществ индустрии. Так что спешим исправиться. Но сперва стоит рассказать непосредственно про сам Live, а уже потом плавно перейти ко всем плюсам Gold подписки. Прежде всего, Xbox Live — это сервис для взаимодействия между игроками. Тут можно найти новых товарищей, которые разделяют ваши интересы, вкусы и любят те же самые игры. И для поиска единомышленников есть все инструменты. Например, клубы по интересам, которые вы можете организовать самостоятельно, а можете просто найти те, что вас интересуют, и зависать там. В них народ делится своими роликами, скриншотами, общается на игровые и околоигровые темы, а также ищет компаньонов для мультиплеерных и кооперативных заруб. Поиск этот тоже довольно удобный. Не приходится всех спрашивать о желании пойти с вами в очередной рейд в Destiny или покататься в Forza. Благодаря тегам в поиске можно точно подобрать тех игроков, которые соответствуют вашим требованиям. Чтобы были с микрофоном, чтобы не матерились, чтобы были опытными и так далее. Выбрав игру, можно еще и указать цель, с которой собираете банду. Если просто побегать и поприкалываться, это одно. Ради турнирной игры – это другое. А третье, например, для выбивания определенных достижений. Причем можно даже указывать конкретные ачивменты. Везде бы так. При этом местная система не просто покажет вам редкость того или иного достижения, но и отметит процент выполнения каждого из пунктов. Потом еще с друзьями можно соревноваться в том, кто больше нафармит себе ачивок за месяц. Приз, конечно, чисто символический, и мне он, видимо, не светит. Но неплохой стимул к выполнению всех задач в игре. А тому, кто занял первое место, да и всем в таблице выше вас, можно послать поздравительное сообщение, порадоваться за их успехи и пожелать удачи в дальнейшем. Еще и смайликов добавить. Красота! Но это все была прелюдия. Теперь самое главное. Сегодня я научу вас экономить вместе с Xbox. Потому что в наше суровое время срезать расходы точно не помешает. А тут как раз есть возможность сохранить от 2000 рублей в месяц при помощи всего трех магических слов. Xbox Live Gold. Конечно, самое важное в Gold подписке – это возможность играть в мультиплеерные игры со своими друзьями и всем остальным миром. Однако, если у вас нет друзей, ну или вы просто небольшой поклонник многопользовательских соревновательных режимов, профит тоже есть. Каждый месяц Gold подписчики получают целый набор абсолютно бесплатных игр. Причем не только малобюджетные инди, но и полноценные, любимые всеми AAA блокбастеры. Довольно выгодное предложение. А чтобы вы еще больше им прониклись, я покажу вам те игры, которые вы могли бы получить бесплатно в этом году. Но зачем говорить о прошлом? Чтобы не повторять своих ошибок, стоит сразу оформить годовую подписку. Она обойдется вам в 3600 рублей. Выходит всего лишь 300 рублей в месяц. Чем меньше брать, тем дороже, тут все как обычно. Поэтому цена может варьироваться от 300 до 600 рублей за месяц. Да, часть халявных игр идет для Xbox 360, а другая для Xbox One. Но по факту все они запускаются на Xbox One, благодаря функции обратной совместимости. Давайте прикинем, сколько мы экономим в ноябре. 700 рублей Murdered, 700 рублей Super Dungeon Bros. Плюс 600 рублей Far Cry Blood Dragon. Еще и Monkey Island сюда добавим, которая была доступна в начале месяца с ее 500 рублями. Получаем 2500 рублей. Вычитаем 300 за подписку и выходит 2200 сбереженных рублей. Таким образом, при условии, что вы крайне активный игрок, потенциально в среднем получается от 20 тысяч экономии в год. Плюс те люди, кто еще не перешел на консоль нового поколения, смогут также спокойно получать игры для Xbox One и сохранять их себе на будущее. А вот как раз подоспела свежая подборка за декабрь. Там и Outlast, и Sleeping Dogs, и Outlands Burnout. Беспристрастная арифметика подсказывает, что это 2750 рублей экономии уже за вычетом подписки. Однако, если вы подумали, что на этом преимущества иссякли, то ошиблись, ведь помимо бесплатных игр есть еще и приличные скидки для подписчиков Xbox Live Gold. Список предложений обширный и постоянно обновляется. Предположим, мы хотим все.
ведь у нас игроки всегда желают все и сразу. Исключив дублирующие позиции, я выяснил, что весь комплект обошелся бы почти в 18 тысяч рублей. Но с подпиской цена снижается, как под струей холодной воды, и доходит до 7 тысяч. Итого 11 кусков потенциальной экономии. Короче, сплошная выгода. Но это разумеется, если вы решили скупить все игры. Но даже если за 12 месяцев вам захочется приобрести лишь парочку, то вы уже будете в плюсе. А если у вас нет подписки, но вы видите, что скидка для Gold Elite на желанную игру превышает 600 рублей, то можно оформить ее всего на месяц, забрав при этом в библиотеку еще и бесплатные игры. Так что дополнительные затраты на подписку выходят не слабой такой экономией. И если я вас убедил в плюсах Gold статуса, то давайте покажу заодно, насколько просто им пользоваться. Как пополнить свой баланс, как оформить подписку и самое важное, как забрать себе бесплатные игры. Пополнить баланс можно двумя способами. Либо прикрепив свою кредитку, либо прикупив карточку предоплаты, в которой вас будет ждать 25-значный код. После его активации на ваш аккаунт будет переведена сумма, соответствующая номиналу карты. Теперь нам надо урвать подписку. Так что либо заходим в ближайший баннер с надписью Gold, либо ищем в магазине пункт «Подписка». Ее, кстати, точно так же можно получить двумя путями. Либо активировать ключ, либо оплатить карточкой. Ух ты! Первый месяц стоит всего 30 рублей. Походу, вся моя высшая математика теперь не имеет ничего общего с реальностью. Но нам же выгодней, так что берем. И буквально сразу же вы обнаружите в магазине предложение этого месяца с бесплатными играми. Добавить их себе на аккаунт так же просто, как раз, два, три. Готово. И сразу же под ними будут скидки для подписчиков. Так что далеко ходить не придется. Вот как все просто. И если просуммировать все вышесказанное, вы получаете отличную среду для общения с другими игроками, возможность детального просмотра личной статистики, быстрый поиск товарищей по интересам и пати в очередной рейд, и как вишенка на торте, бесплатные игры и скидки, которые настолько быстро окупают Gold подписку, что вы и глазом моргнуть не успеете. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и познавательным. До скорых встреч на StopGame.ru. Пока!